Всем привет! Меня зовут Культ Грингель. 21 сентября 2023 года на этом канале было опубликовано видео на мою песню «Мертвые». Не скажу, что я прямо в восторге от результата, но когда в работу вложено столько сил, стольких людей, не просто от всего отказаться. Однако в этом видео я хочу собрать весь материал, не вошедший в клип, чтобы сохранить на память и параллельно рассказать о некоторых нюансах производства видео за 3 копейки. Возможно, что-то будет полезно для таких же авторов, как я. Вот здесь я выбираю смартфон для съемок между своим старым и новым аппаратом. Они оба не особо хороши, но хотелось бы использовать оптимальный. Новый особенно плох, это Realme S31. Он плох тем, что ее камера выделяет все имеющиеся недостатки кожи, что даже самые красивые люди выглядят ужасно. К счастью, это лечится цветокоррекцией. Поэтому именно его мы использовали. В качестве стабилизатора выступил недорогой Gimbal Pro S5B. Несмотря на довольно плавную работу, хочу отметить ужасное программное обеспечение этого аппарата. А что я хотел за 4500 рублей? К тому же изображение все равно дергается при ходьбе, даже если двигаться очень аккуратно. Еще очень важно помнить, что если вы вложили в съемку 3 копейки, не стоит ждать результата на миллион, но это лучше, чем вложиться в технику, а в итоге получить невнятный результат. Начинать желательно с малого. Вообще, если есть финансовые возможности и вы не псих, который хочет снимать все самостоятельно, то лучше обратиться к профессионалам. Я, к сожалению, отношусь к этим обоим группам людей. Это процесс изготовления когтей для клипа. Основная часть куплена в магазине за 100 рублей. Очень стеснялся при покупке, но продавец отнеслась с пониманием и сказала, что у нее часто покупают типсы для карнавалов и косплеев. Учитывая, что у меня рука больше женская, пришлось выкручиваться и делать один коготь на большой палец из пластиковой бутылки. Для придания изогнутой формы я нагревал каждый коготь над свечой. Я долго думал, как сделать фишку с появлением монстра в конце. Изначально я хотел сделать какой-нибудь скример, но потом отказался от этой манипулятивной дешевой техники. Чтобы не париться над гримом, решил использовать только руку. Умение решать проблемы – важное качество для любого режиссера. Результатом я, в принципе, доволен. Еще очень важное замечание. Не игнорируйте этап раскадровки. Это сэкономит ваши нервы, силы и время. Прогуляйтесь по местам будущих съемок, сделайте несколько фотографий, чтобы дома в спокойной атмосфере продумать возможные события, расположение камеры, движение актеров. Для фильма важен еще и сценарий, но в клипе можно обойтись только раскадровкой. Это и есть своего рода визуальный сценарий. Даже если у вас феноменальная память и вы все сможете удержать в голове, это не повод не пользоваться раскадровкой. Лучше использовать свои интеллектуальные способности там, где это действительно нужно, а не перегружать голову лишней информацией. Для раскадровки не обязательно хорошо рисовать. Главное самому ориентироваться в тех рисунках, что вы сделали. Я обычно изображаю героев схематически, но по-разному, чтобы потом можно было понять, кто есть кто. На раскадровках на видео не только те, что использовались в клипе «Мертвые», но и наработки для других пока не реализованных проектов. Надеюсь, до них у меня тоже доберутся руки. Клип получился не совсем по сценарию, так как в день съемок мы не смогли добраться до назначенного места из-за погоды и проблем с транспортом. Поэтому мы снимали в другом месте, и это тоже делать не стоило, так как поиск локации на ходу не лучший вариант. Это отнимает время и силы. В итоге мы провозились до позднего вечера, и большинство кадров улетело в корзину из-за плохого освещения, обилия вечерних комаров и просто непригодности. Готовки ожидать результат на 100%. Всегда что-то может пойти не так. Однажды я слышал мысли одного известного режиссера, что если результат получается хотя бы на 50%, это уже большой успех. Съемки – это всегда борьба изначальной задумки с реальностью. Очень часто приходится идти на компромиссы. Это есть в любом творческом процессе. Главное помнить о том, что действительно важно, а чем можно поступиться. На этом все, спасибо за внимание, подписывайтесь на канал. Видео здесь выходит не часто, поэтому уведомления не слишком будут вас донимать. С вами был Культ Грингель.